Есть ли опасность вокруг нас? Пока не наблюдается. Когда этот дядя прекратит следить за нами? Думаю, он не перестанет этого делать. Тэфо, ты в курсе, что вокруг полно шакалов? Знаешь, отныне твоя жизнь в моих руках, а моя в твоих. А как быть? Думаю, никак. Трогай! Слушаю. Со вчерашнего дня у тебя осталась минута. Я сейчас в нашем казино, Джингис. Ты ведь знаешь, насколько больше всего падает в рулетке? В основном на ноль, сэрдар. Ты ничего здравомыслящего спросить не мог? Только о рулетке и думаешь. Ты по пути в казино купи мне сумку. Какую сумку? Кожаную барсетку, недорогую. Это не для меня. Я ее отдам. Не переживай. Кому ты собрался ее отдавать? Чтобы в ней было 50 миллионов. Я их отдам человеку, который разоблачит Эзеля. Что он может рассказать нам о нем? Если принесешь барсетку с деньгами, узнаешь. Даже на кладбище думаешь о делах? Да. Я до самой смерти не брошу казино. Представляю. Знаю, из-за этого отеля ты ввяз в трудное положение, но я обещаю тебе, взамен ты получишь огромный куш, о котором и мечтать не мог. Дай-то бог. Я никогда с этим не связывался, компаньон. Я доверяю тебе. Не верь. У него всегда есть свой план. Ты не выспалась? Выглядишь усталой. Не знаю. В последние два дня я сплю очень хорошо. Даже очень. В чем причина? Во сне я видела, будто меня кто-то обнимает. Но, открыв глаза, рядом никого не оказалось. Я думала, это наяву. Видимо, не суждено. Знала бы ты, за кем убиваешься, ты бы не захотела его. А это уже мне решать. Может, сделаешь доброе дело? Говори. Позови, пожалуйста, сестру. Эзель, извини, я хотела бы побыть одна. Пойми правильно. Давай не будем все усложнять. Что усложнять? Джингис изменил мне, и я хотела лишь отплатить ему тем же. Ты оказался рядом, вот и все. Мне правда очень жаль. Почему ты не смотришь на меня? О чем это ты? Почему не смотришь в глаза? Почему избегаешь моего взгляда? Эзель, хотя бы здесь оставь меня в покое. Скажешь правду, отпущу. На что ты злишься? Почему убегаешь? Эйшан? Моя тетя умерла из-за нас. Тебе ясно? Из-за нас, из-за меня. Я предала любимых мне людей, поэтому она умерла. Выбирая тебя, я теряю дорогих мне людей. Ты понимаешь это или нет? Ты не на это сердишься. Ты избегаешь чего-то другого. О чем ты говоришь? А когда ты меня целовала, о чем ты думала? Ты не задумывалась? Говори правду. Конечно, я думала. Ты думала об Ахар или о сыне? Или обо мне? А когда ты узнала о смерти своей тети, ты ведь обо всем сожалела.
Но все это было не в твоих руках. Что? Правда колет глаза. Все не так. Все именно так. Смирись с этим. В тебе нет ни чувства вины, ни сожаления, ни горести. Все сплошной театр. Все, что ты хочешь, так это менять. Согласись, это ведь так. Почему все так? Почему, Эзель? Потому что то чувство, которое между нами, оно сильнее нас двоих. Можно сказать, сильнее смерти. Что тебе от меня нужно? Хочу, чтобы ты все бросила и пришла ко мне. Нет. Да,